жить. Всем привет. Я приехал в торговый центр абсолютно новый в Паттайе. Терминал 21 называется. Он сделан в виде такого, как аэропорт, терминал. Здесь всякие выходы, типа на посадку, там Париж, аэропорт, всякие города представлены. Но очень большой. Видите, но очень большой. И очень красивый. А это прям как у нас осенью. Кленовый лист, кленовый лист. Вот видите, выход на посадку на Париж. А здесь, собственно, сама Эйфелева башня. Да, вот среди всей этой грязи, среди всего этой вони, бомжатских улиц, вот такая вот красота. Представляете? О, сейчас так встану прямо вот здесь вот. Как будто прям Дубай Молл. Есть такой в Дубае, самый громадный торговый центр. А, видите? Я потом попробую выйти на улицу, показать, как он выглядит со стороны. Прям точно аэропорт. Так, девочки, продолжаем вам предлагать принимать заказы. Я еще не знаю, что вы напишите мне в комментариях, потому что видео про вот это самое выходит сегодня. А еще очередь там, понимаете, очередь у меня на видео. Поэтому не знаю, когда я успею вам купить все ваши размеры, все, что вы просили. Ну, я шучу, конечно же, вы же понимаете. Так, я хочу сходить в свой любимый H&M. Просто одним глазком глянуть. Так, что-то здесь все с Парижем связано. Сплошные. Посмотрите, как прикольно сделано. Сейчас не поленюсь подойти. Стойка, как будто бы эти чемоданы выгружают. Ой, Индия вас приветствует. Индия. Посмотрите, класс какой, да? Чемоданов сколько. А это вот типа вот отсюда выезжают вещи. Ну точно аэропорт. Чемодан такой старый, классный. А как же они приклеены, наверное. Я сейчас все разгляжу. А ну вон они на таких прутьях. Настоящие чемоданы, прикиньте. Как клево. Так, бирка, Аэрофлот. Они все покрашены. Так, ну ладно, H&M аж трехэтажный. Понимаете, да? В Зару я уже сходил. Но не в этом торговом центре, в другом. Все те же самые, что магазины у нас. Вот это Уни... Уни, как это вот, это японская, которая тонкие такие одежды там, Uniqlo, или как она там называется. Так, ладно, позже включусь. Видали? Какая красота. А там просто прям целый мост. Депортюры from Italy. Депортюры, я все время так читаю. Я, короче, зашел в H&M и купил в милитари толстовку. Не сдержался, ребят, не сдержался. Простите. Хорошая. В милитари, как я люблю. А сейчас вы увидите уже своего полюбившегося Вячеслава. Слушайте, я так люблю всякие тут эти продаются. Пахучки вот там вот. Какие же они дорогие. Не знаю, как это называется, но благовоние. Там всякие жидкости. Либо это палочки вставляют, они вот пахнут, да? Безумно, вообще приятно, вкусно, но какие же недорогие. А еще мне нравится, когда вот как это, как будто бы увлажнитель, вот я вам сейчас покажу его. Ой, он там какой-то маленький. Когда вот идет не просто в пар, а еще и с запахом. 4500 тысяч бат стоит, то есть это 9000 рублей. Вот, вот такая вот, вот там большая была. Ой, как она пахнет. Нереально. А how much? Вот, пожалуйста, 3500, это all. Вы представляете, вот это вот 7000, вот за что?
моя ты куколка. Передай своему начальнику, что он нехороший человек. Ой, как вот это пахнет точно. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это оранж. Мелон. Мелон? Я не знаю, что это. Ой, как это вкусно. Ну, 7 тысяч, а? Ну, это... Не хочу матом ругаться, что это такое. Ну, это же ужас какой-то. А та 4500, это 9 тысяч стоит. Я в тихом этом ужасе. Надо покупать вот такую просто вот. Ну тоже, смотрите, 2900, 3250. Пахнет, конечно, с ума сойти. Как вон, посмотрите, сколько их здесь. Ну вот прям вот, вот здесь, честно признаюсь, жаба душит. Просто душит жаба. Вот они. 3900, 4400. В батах умножаем на 2, не забываем. Это вот зеленый чай, что ли? Жасминовые всякие запахи тут. Ой, мыло. Вкусненько. Похожу, понюхаю, это уже хорошо. Уже приятно. Где это НЛО ходячее? Так, начинается. А это кто, Элвис Пресли? А, нет, Ромео и Джульетта, господи. Видите, как он смотрит на нее. Это Джульетта какая-то, она же там молодая совсем была, лет 15. А это лет 30, уже подбородок второй. Да и Ромео тоже. Сейчас, подождите, нужно ответить. У меня с сетью проблема, у меня мой Wi-Fi, мой этот не работает. А, конечно, ага. Ага, конечно. А, это самое. Ты где? По три, третий этаж по факту от первого или называется третий? По факту третий этаж снизу. А так это называется From Italy, первый почему-то. Тайцы придумывают. Где ты? Ага. Там. НЛОшники ходячие. Вот я человек военный, никогда не опаздываю вообще, просто вот со мной одно удовольствие везде встречаться, понимаете? Не нахваливаю себя, но никогда в жизни не опаздывал. Вот ненавижу тех людей, которые опаздывают. А как ты умудрился уже подняться наверх, а? Да я сейчас быстрее сам поднимусь. Вот, мост Сан-Франциско. Он уже на мосту Сан-Франциско, только что был внизу. Я же говорю, НЛО Челябинске понаехал, вот этот метеорит там шандарахнул их всех. Вот они ходят, как эти. Ой, что у меня даже голова тут кружится от успеха. Это я вечно хизри, шутка. Я говорю, что-то у меня голова кружится. Он говорит, от успеха. Я говорю, ага. Ой, посмотрите, класс какой. Машинки маленькие там ездят. Как классно. Так. Видали? Это нехорошо, девочки, хлебом баловаться. It's not good. Нельзя. Ага. Хлеб они на голову одевают. Нормально, и селфи делаются. Я сейчас вам устрою здесь это вот. Нет, даже не прячься меня от камеры. It's not good. Смотрите, он возмущается. Он еще недоволен, а? Как так можно? Вот и я тебе говорю, как так можно? Ага. Мне еще нравится, что он меня пьет. Вот видите, хлеб лежит. Он, конечно же, уже искусственный. Он был приклеен здесь.
Но одевать на голову хлеб непростительно. Вы со мной согласны, девчонки? Ой. Посмотрите, ай, не могу, красота какая. Мне такой домой мост нужен. Английский. НЛО! НЛО! Честное слово. Я не понимаю, а. Вот сейчас мне захотелось, знаешь, чего? Честно говорю. Да. Вот ты же знаешь, что мне никогда не хотелось. Сладкого. С удовольствием я тебя поддержу, пойдем. А лучше полусладкого. Подожди, посмотри, какие эти. Пойдем в кого? Ну, это я с кем-то дерусь. А что это зеленый кофе? Это матча. Не кофе, а чай. Фу. Тапочки, знаешь, какой мега полезный чай? Это фу. И вкусный. На, забери свое. Вот это желтенькое. Не, поноси пока, все равно пока мы за цикл уберем. Мне надо да? Найти кроп. Где-то я видел здесь. Сумо, сумо. Я хочу воды взять. Все заново снимаю. Короче, ребят, вот этот туалет я просто в шоке. Давайте пойдем сразу отсюда. Это вот этот, этот торговый центр, где мы гуляем. Чистота. Просто идеальная чистота. Умывальники в стиле лофт. Ой. Так, воды-то нету. А почему воды нету? Воды нету. А-а-а. Все, все, это не кнопка, она вот реагирует. Да, но прикол в другом. Пошли смотреть унитазы. Сенсорная кнопка. Смывает. Драйвер моет, подмывает. Это что делает? Тут стоп. Еще и подогревает, да? Это я в шоке. Сука! У меня обзор туалета. Максим делает обзор мужского. Да не, я просто в шоке, честно. Честно, я в шоке, ребят, вообще. Во-первых, посмотрите, как красиво. Да почему ты же выключать-то? Мне нравится этот туалет. Я буду здесь жить. Это японские вот эти туалеты. Вот видите, медленно крышечка падает. Вот это там тоже какая-то кнопочка. А это вот раз. Шайтан, оно сразу с мылом идет. Подожди, а где же тут подмывки все? А что он не работает? А, это тоже кнопочка. Нереально крутой у них туалет. Посмотрите, как красиво. Ладно. Подождите, ой, я не могу. Да снял, все снял. Закрывается, ага. Здесь салфетульки. Здесь. А, это пш. Выйдите, это меня объявили, что ли? Да. А тут ты видел пшикалка? Да. Протереть, это не пшикалка запах, это протереть, этот, как его? Седло. Седло, да. Вот так вот, раз, спиртовая. Охренеть, я в шоке. Я вам сейчас порядки здесь наведу быстро. Ой, видите, для дураков. Бумажечку сорвал, спиртиком обрызгал, протер, выкинул. Гениально! Гениально! Я такого туалета не видел еще. Честно вам скажу. Видите, еще все убирает. Ничего там не забыл. Очень круто. Вот вам и Таиланд грязный. О, шайтан, сам крутый. Здрасте. Ой.
Очень круто. Тайцы молодцы, красавцы просто. Он все их драет и драет и драет. Hello. Это сидит, что-то все здесь и бубнит, и бубнит, и бубнит. Яндекс, Яндекс. Зачем тебе Яндекс такси? Паттайя. Мы едем или нет? Да, поехали. Все. У меня видео не работает сегодня. Что-то еще случилось с Ютубом. Просто его, оно у меня здесь есть. А просмотров нету. Запущено, все открыто. Это вообще, я не понимаю больше этого Ютуба, он меня когда-нибудь доведет до инфаркта. Так что, ребят, не знаю, когда будет теперь видео, восстановится ли Ютуб. Надеюсь, завтра будет все нормально. В общем, очередной массаж. В хороших условиях. Со знакомым лежим. Но у нас здесь бесплатное шоу. Такие пластичные, да? Видишь, какие движения? Ой-ой-ой, что-то он там делает. Так, крути сейчас, чтобы ты урони еще мне там, ага. Ребят, всем привет! Я вам хочу рассказать потрясающую историю про эту собачку. Вот сколько мы все дни ходим на этот пляж. Иди сюда, иди сюда. Она не слышит меня. Она живет вместе с нами, можно сказать. Просто лежит всегда возле этих лежаков. Ее все подкармливают. Она такая спокойная. Вот видите, сейчас у нее был... Куда она пошла? Она почему-то всегда лежит на солнце, абсолютно и не жарко. Она приходит сюда, искупается, такой, знаете, небольшой кружочек сделает, так поэтому. И обратно, вот здесь в песочке сейчас повалялась и пошла в тенек. Я, блин, еле, ну, не успел немножко застать камеру, ну, чтобы заснять. Но думаю, что еще это не последний раз я вижу ее купание. Но это так клево, она такая прям у нее с ошейничком. В общем, она вот живет именно, вот именно там, где мы ходим, на наш пляж. Ой, опять ребеночек лежит хорошенький. Hello. My friend, please water. Видите, какая кухня, полевая кухня. Водка. Вот it. Кушает что-то, да? Смачного. На рабочем месте выпиваешь? You working? Yeah. No, it's not normal. No problem. Problem? Water, yeah? Yes, water. Если надо. Вы в этом году. Вот так выглядит наш пляжок.
про который я говорил, что здесь у них. Руку поднял, тут же подбежали. Ну, вода здесь, видите, какая. Ай, песок горячий какой. Ой, а где же наша собака? Вот для сравнения покажу вам воду. Ну, как бы она не то, что она грязная, но она какая-то зеленая. А еще я вам хочу показать один из средств сервиса Тая. Между прочим, вот, будете смеяться, но это очень удобно. Всегда вот этот песок раз-раз-раз, сюда же залазишь, и здесь все это. Видите, они везде лежат. Поэтому вот так вот ходишь. Я вечерами здесь подрабатываю. Так вот и припеваю песню. Я полы подмету, вы мою посуду. Я подрабатываю. Здесь порядки на виду. Все, дорогие друзья, я вас всех обнял, поднял, поцеловал. Солнце жаркое какое-то. Все сделал. Целую, до новых встреч.